Описание. Как показывает жизнь, если человек вспомнит десяток своих знакомых, он наверняка сможет назвать хотя бы одного, имеющего проблемы с алкоголем. Актуальность темы очевидна. Некоторые пытаются не замечать алкоголиков, некоторые стремятся им помочь, но и тем и другим непонятно, почему же все-таки это произошло. Пытаясь докопаться до причины, люди хотят найти способ ее решения. К сожалению, это удается не всегда. Автор этой книги, практикующий врач-нарколог, с большим опытом работы, попытался рассказать некоторые общие правила, пользуясь которыми, больным удавалось получить трезвость. Книга будет полезной тем, что участвует в судьбе алкоголика. Этим людям будет легче понять, как можно помочь этим больным. Автор этой аудиокниги – Олег Стеценко, который спас тысячи жизней. Советую посетить его форум, ссылка на сайт внизу в описании.